Павлодарской области 600 человек станут банкротами. И это за 10 дней действия закона о восстановлении платежеспособности. Подробнее смотрите далее. По информации специалистов, большинство подавших заявления на признание их банкротами – молодые люди. Закон призван снизить долговую нагрузку и социальное напряжение в обществе. Существуют три основные вида процедуры банкротства. Это внесудебное банкротство, судебное банкротство и процедура восстановления платежеспособности. Все три процедуры инициируются только должником. Кредитор не имеет права инициировать данную процедуру. Главное условие для подачи заявления – это отсутствие имущества, подлежащее государственной регистрации, наличие документа об урегулировании задолженности с банком и сам долг, который не превышает 5,5 миллионов тенге и не погашается в течение года. На сегодняшний день в Павлодарской области по состоянию на 13 марта подано 586 заявлений. Самое наибольшее количество заявлений предусмотрено на город. Это 223 заявления. В городе Кибастузи подано 162 заявления, в городе Аксу подано 56 заявлений. Если смотреть в разрезе районов, то наибольшее подано заявление это в Павлодарском районе, 76 заявлений. Самый первый человек, успевший подать заявление на признание себя банкротом, житель Кибастуза. Специалисты напоминают, что процедура банкротства – это крайняя мера, после которой на протяжении 5 лет вы не сможете выехать из страны, а ваши счета будут мониторить. Артур Поляков, Алексей Мехедов, Иртыс Акпарат.